Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за мир в Украине и Палестине. Понтифик обратился к тысячам гостей итальянской католической социальной недели, которая завершилась в Триесте. Глава церкви призвал не бояться и никогда не идти на компромисс с человеческим достоинством. Da questa città rinnoviamo il nostro impegno a pregare e operare per la pace, per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele, per il Sudan, il Myanmar e ogni popolo che soffre per la guerra. Католическая социальная неделя собрала более 900 религиозных и общественных деятелей со всей Италии. Франциск заявил о кризисе демократии в мире и призвал собравшихся разрешить его с помощью личного и общественного участия и политической благотворительности.